Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Cubot X19S сделать скриншот. В первую очередь, давайте откроем экран скриншот, который мы хотим сделать. К примеру, экран список приложений. И затем зажимаем комбинацию клавиш, кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно. И делается скриншот. Давайте покажу вам еще раз. Кнопка включения, кнопка громкости вниз. И так это у нас работает. Также можем сделать скриншот, просто перейдя в панель быстрого доступа, нажав кнопку «Снимок экрана», и она у нас работает точно таким же образом. Найти свои скриншоты вы сможете в фото, в разделе «Скриншот». Короче, вы видите, то, что она заставляет меня обновить. Ну вот они, наши скриншоты. Там были перед этим. И вот именно из галереи, только когда она у вас, конечно же, обновлена, вы сможете наши, свои скриншоты ими поделиться, их изменить или же удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.